Представлять надо вот геометрию стопы. Здесь немножечко так очень рисую на так немножечко примитивно. Мне, например, примитив нравится в искусстве. В искусстве примитив мне нравится. Я сам стремлюсь к примитиву. Примитив, знаешь, как переводится? Вот, как руку надо представить, как простейшую такую сначала форму, а потом вам легче будет ее представить. Вот, посмотри, видишь? Вон. А у тебя мы сделали потом так пальчики так раз, потом нарисовали ногти. 就是手指这个地方。 Либо вот так вот, вот. 但是把后面白色应该顺。 Когда вот так вот совпадает, это не красиво. Даже вот там, смотри. 但是它明显，它们颜色不一样。看它那个后面那个白色，你看它后面也就是那么亮，这么红。它那个胶布也它那么贵，全。上海黑色一些，颜色深。黑色的也不一样。黑色的也不一样。它这个地方也太红，不要那么太红。它有时候天暗一点的时候就显得比较。 Что они видят? Это ноги. Это темнее. Погода темнее. Свет не так ясный. Без солнца. Но все равно надо вот эти красные погасить. И ногу надо стопу нарисовать. Стопу вот эту. Я看看他的脚步. 然后再吃。 потом вот проще надо, проще, локально. Он начинает делать как будто фарфор. Фарфор, знаешь, блестит. Или как будто ее намазали маслом. 先开始的时候画它的结构和它的那个形，然后就是颜色要把它稍微柔和过渡一下。Она блестит сейчас, надо не делать, чтобы она блестела. синими всякими цветами, локально. Не надо вот там вот искать ничего. Локально.
так? А вот так. Вот. Видишь? Вот так. Значит, вот пусть я ему ногу поправил опорную. Вот жестче касание вот с этой стороны. Здесь она должна сплавляться.
А белую краску он может выдавить? Белую краску. Белую краску. Пусть белую краску. Да, пусть он белую краску На фоне стены тело темнеет. Волосы темнее, чем это, драпировка, правильно? Чем фон. Где-то это сливается, где-то нет, вот так называется. И свет пусть он чистым держит, свет. И пусть от этих красных избавляется. От красных, вот этих красных много он добавляет, красных. Значит, вот волосы темнее, чем фон. Темнее, чем фон. Значит, это тени пусть пишет вот через такой цвет, а красный пусть не берет. Не нужно этот, везде красный. Красный где-то вот может быть там внизу, там еще где-то. Немного. А вот у него и здесь красный, и здесь. Так не должно быть. 不行，不要用红，最红的红的最多只能用在脚下面那一点点，那其他都不能用红色。И касание, пусть следят за касаниями, как вот край формы, вот это. 哪个касание是什么意思？像它就是画的红色的，这个。我说现代的肯定是。Край формы, жестко будет где-то вот здесь вот. 这一块要稍微柔和一些。
Блин, у меня надо нарисовать. Где там? Здесь, да? Сколько там? Ну, чуть больше. Ну, не знаю, вот голову найди, сколько получается там. Посмотри сам, сравни. Чтобы голова была не маленькая и не большая, а нормальная. Вот следить надо за... Вот то же самое, надо касание. Касание все проработать. Вот касание. Все касания надо работать. О, thank you. Отлично. Вот туда положи. Касание. Вот скажи касание. Вот. Скажи. Это. Вот этот край надо. Край. Вот край. И надо меньше. Вот это. И скажи, что красные здесь не нужны в таком количестве. Край, чтобы мягкий был, надо. Вот. Вот здесь вот тени не красные, они почему-то красными делают. Золотистые.
Вот такие тени. Какие? И красные эти надо убрать. Где эскиз? Это писать надо. Нет.